вами Казуку Фэмили. Если вы помните, я говорил вам, что это будет последняя часть Человека-паука, потому что мы уже двигаемся к чему? К финалу. Так что ставьте чаек, ставьте лайки, приглашайте друзей, приятного просмотра и вперед! Послушай, кем бы ты ни был, никто не может контролировать симбиотиков. Никто. Мне не нужно контролировать симбиотиков, мой друг. Док Ок, мы работаем вместе. Есть новый мир. Людям нужны навыки, и моя технология даст им это. Симбиозис — это единственный способ. Доктор, эта реформа окажется слишком хорошей, чтобы быть правдой. Это совершенная модель. Те, кто не разделяет мое мнение, будут уничтожены моей идеей. Кстати, об уничтожении. Пришло твое время, Фрикс. Я чую плохого симбиотика. Защищайся. Последний возглас. Давай покончим с этим, Спайдермен. Давай. Ублюдок, блять. Получишь ты пизды. Так, он прав. Мне надо кое-что найти здесь. Так, стоп, а как его убить? А, вот. Мощности электромагниту. Я нашел силовой щит. Теперь я смогу отключить все электричество. Где? А, вот, все, вижу. Чтобы ты не попробовал. Ага. Ага. Для снобов. Так. Хрена ты радуешься, хуесос. Вот он. Я наш. Давай. На, 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 на. Ой, блядь. Ага, ясненько. Ну ничего, пидор, ты скоро готов будешь. Мощности электромагниту. Тра-та-та-та-та. Ублюдок. Блять. Быстрей. Ага. Где? Ой, блядь, я пропустил эту хуйню. Мощности электромагниту. Да понял я, блядь. Хули вы выёбываете? Заебали, блядь. Ой, блядь, 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 быстрей. Прекрати. Получи. О, в смысле? Всё, ты готов? Он готов. Мы нашли новый фрейм. Как бы там ни было, но надо идти. Интересно, что делает Веном. Эдди, ты в порядке? Скажи что-нибудь. Держись. Паркер, сзади. Что говоришь? Что за бубнение в этой комнате? Такое впечатление, что там горел огонь. Что мне нужно делать для этого, Спайдермен? Ничего не пойму, блядь. А! Ты этого от меня ожидал? Ну давай. Чего ожидал? В смысле? А как его валить, я отличная так и не понял. Попытка.
Отличная попытка. Чё? И? А дальше? И всё? Надо просто было, типа, на лабутенах, короче, надо было, и всё. Клэдос Кэссиди, ты родился неудачником. Как этот старый Мистерио. Никто не может контролировать симбиотиков. Пока никто, я имею в виду. Успокойся, Спайдер. Все кончено. Просто еще один день моей жизни. Что это? Воу. Это ок? Это уже не ок. Вреда. Чё? Я должен выбрать. Ой, блядь. Сука. Блядь. Клэдос Кэссиди, ты родился неудачно. Так, это понятно, мы это уже смотрели. Блядь. Да. Я должен выбрать. Так. Нажмем одну волшебную кнопку и поебашим. Блять. Ребята. Блять, куда ж ты? Они все пришли сюда, поэтому надо быстро отсюда сматываться. Блять. В смысле, блядь? Да какого хрена, ёбаный в рот? Ох, пиздец, чувствую на... Я с этим уровнем просто... Ребята! Ну? Они все пришли сюда, поэтому надо быстро отсюда сматываться. Да, блядь. Да ёб твою мать! Тупое управление, просто, блядь, тупое управление. Блядь. Ребята! Да, блядь! Ещё хуже, блядь! Куда ты, блядь, попёр? Объясни мне, пожалуйста. Они все пришли сюда, поэтому да, надо быстро отсюда сматываться. Пиздец. Ебануться, как это пройти, блядь, с тупым управлением? Я ебал. Ребята. Да, блядь. Вот куда ты, блядь, свою паутину, блядь, мучишь, дебил? Они все пришли сюда, поэтому надо быстро отсюда сматываться. Да пиздец. Вот куда ты, блядь, к поверхности прицепляешься, дебил нахуй? Блядь. Спайди, ты придурок, блядь. Бляха-муха. Я даже не знаю, что, блядь? Клэдос Кэссиди, ты родился неудачником. Как этот старый старый. В смысле, блядь? Воу-воу-воу-воу-воу! Блядь. Вау! Блядь. Да куда ж ты, блядь? Нет, 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 сука, блядь. Продолжай качаться, Спайди. Побыстрей, нахуй. Блядь.
блядь, быстрее, 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 быстрее. Нет. Блядь, ёбаные стрелки меня вообще не слушаются, блядь. Да ёб твою мать. Я проебал, блядь. Я проебал, блядь, на этом уровне. Как это возможно, блядь? Куда меня стрелки ведут? Блядь. Ёбаные стрелки, ебать копать. Вау. Да куда ты вавкаешь, блядь? Вау, вау, блядь, нихуя не вау. Дебила куска. Что вау, блядь? Продолжай качаться, Спайди. Блядь, куда ж ты полез, блядь, дебил? Ебать ты дебилоид, я отвечаю. Дебилоид, просто дебилоид, блядь. Блять, идиота куска, блять, ёбаный в рот, блять. Пиздец. Да, блять, куда ты нахуй летишь, блять? Блять, куда, блять, ведет эта стрелка? Я не ебу. Это пиздец. Блять. Вау. Чё ты вавкаешь, блять? Блять. Да пиздец, какой вав, блять? В чем вав заключается? Это пиздец, это просто пиздец. Нет. Вау. Блять, куда ты, блять, опять пополз, блять? Тупой Спайдермен, блять, тупой. Вау! Пиздец. Продолжай качаться, Спайди. Короче, я тут сохранюсь, мне похуй. Короче, продолжаем. Это реально пиздец, блядь, просто. Блядь, ну что ж ты делаешь, ёбаный в рот? Блядь, куда ты идешь, нахуй? Подходи ко мне. Блять. Может, ты просто съебешься, нет? Блять. Это пиздец. Блять, да что ж такое? Блять, куда ты пополз, блять? Спайдермен, нахуй. Куда ты идешь, дебила куска? Дебил, быстрей. Да, блядь, куда ты ползешь, блядь, тупая камера. Ебануться, камера тупая, блядь. Ебать, камера ебанутая просто, камера. Блядь.
Да ебануться, блядь, камера тут просто пиздец. Подходи ко мне. Да, блядь, куда ж ты идешь? Блять, я не знаю, что мне делать. Сейчас, секунду. Блять, Спайдермен, блять, тупой придурок. Блять. Да ёб твою мать, куда ж ты вали... Дебила куска, блять. Я ебал его в рот, этого дебила. Блять, тупая камера, ебать ее в рот. Ебануться. Подходи ко мне. Блять. Стоп, почему? Я не то загрузил? Ебануться. Блять, быстрей. Быстрей, 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 быстрей. Чуть-чуть осталось, блять. Это все еще не закончилось. Да я знаю, блядь. В этом месте уже совсем плохо. Блядь, быстрее, 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 быстрее. Ребята. Что, ребята? Что, ребята? Дебила куска, а не ребята. Уровень первый. Я очень... Да ёб твою мать! Какого хуя? Пиздец. Опять не то сохранение загрузил. Ебать его в рот. Блять. У меня уже все нахуй путается. Путается-то тут, блять. Блять. Да ёбаный в рот, куда ж ты, блядь, лезешь? Ебануться, блядь. Блядь, ёбаная камера, вот серьезно, из-за камеры, блядь, просто... Это все еще не закончилось. Все портится, нахуй, из-за камеры, тупо из-за камеры. В этом месте уже совсем плохо. Блять, быстрей! Блять, куда ребята? Ты? Ребята! Куда ты лезешь, дебил? Блять, 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 быстрей! Быстрей, блять! Уровень первый. Я очень сильно испугался. Блять, быстрей! Я думаю, я смогу. Блять! Блять! Что ты, блядь, сможешь? Почти никого. Да быстрей, блядь.
О нет, Ок. После всего, что случилось, Ок спас симбиотиков. Похоже на шутку. Отличное дело для отличного дня. Все, кажется, идет по плану сегодня. Вы как раз вовремя. Спайди, ты можешь доставить нас к Мирикас? О, братан, Пажер, у тебя есть какие-нибудь деревья? Ты, глупая рыба. Рад, что ты хотя бы сейчас присоединился к нам, Спайди. О, извините, я просто спасаю мир. Ребята, ваши карты очень легко разгадать. Твои чувства Спайдера сейчас здесь не сработают. Посмотри, кто здесь разговаривает, черт возьми. Ты смотрел в мои карты всю ночь. Мне не нужно смотреть в твои карты. Твои действия настолько предсказуемы. Давайте продолжим честную игру. Кто всегда приглашает этого парня? Эй, ребята, может положите их вниз? Послушайте, детки. Я в огне. Подождите, тихо, замрите. Все вы, ребята, работали вместе. И до сих пор не смогли захватить Спайдермена. Это не моя вина. План доктора был ужасен. Все знают, что ты не можешь контролировать симбиотиков. Эй, очухайтесь. Я Райден. Ваш Скорпион. Слабый Октопус. Что за мистерио? Ну, Райден, ты достал деревья? У меня получилось. Ребята, вам надо думать получше. Я выиграл. Кто ваш черный дядюшка? Большие деревья мои. Вы всегда смеялись надо мной. Но кто теперь плачет здесь? Может быть, я сделал ошибку? Шутники такие в титрах. Котеус переводили, походу. Вот такие ребята. Шутники прям, я смотрю. Так. Титры, незабавные титры. Так. Конец фильма. Туда-сюда. Ну. А, вот. Продюсеры. Все в таком плане. Но вообще, в принципе, игра прикольная. Она хоть и короткая, но под конец просто реально из-за камеры, из-за тупого управления просто нафиг джойстик можно нафиг поломать. Это реально, блин, такой кипиш получается. Это было и тяжело на приставке.
А на эмуляторе, даже с джойстиком, тоже все равно тяжело. ПК-версия, я не знаю вообще, какое там управление. Дело даже не в том, что ПК-версия, не ПК, просто удобно играть только с джойстика. Без геймпада с ПК играть тоже будут психи. Вот это все быстро реагировать, делать. Ну, вторая часть будет, конечно, поинтереснее. Там тоже будут классные моменты, классные места. Тоже будет прикольный сюжет. Побольше интересных локаций. Будет тоже экшен, стелс, по-моему, миссии даже будут. Ну, так что не прощаемся, дорогие друзья. Встретимся в Человеке-пауке 2. Так что спасибо за внимание. С вами был Казоку Фэмили. И мы увидимся в следующей части. Тут у нас после игры открылись, по-моему, костюмы. Так. А. Это типа увеличивать вид или нет? Спайдер этот. Так, сколько получается тут уровней? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, если я не ошибаюсь, 34 уровня, если считать все. Вот. И еще, по-моему, тут открылось. Питер Паркер. Персонажи. Видеоролики. Комиксы, журналы. Да, вот тут есть прикольные журналы, которые нам показывали. Но тут их, по-моему, 6. В смысле, история. А, типа так. В стиле комиксов. Ну, довольно. А, это такие, значит, остались комиксы, да? Ого. Какой тут Спайдермен? А. Ну да, который, походу, действительно комиксы. Ух ты ж. Ну, сейчас я, наверное. Прикольно, в принципе, тут Халк, Рина. Ока. Ух ты ж. Мой пи. О, это я. Мистерио. Опять. О, каратель, да. Краваная охота. Ну, это... Ну, да. Это уже... И Amazing Fan. Ладно, дорогие друзья, будем, наверное, закругляться. С вами был Казуко Фэмили. Всем до новых встреч, до второй части Человека-паука. Спасибо, что смотрите. Благодарю вас за просмотр. Всем удачи. Всем пока.